Наш сын никогда не видел меня без татуировок. Поэтому мы решили закрасить мое тело. Для этого нам нужен был какой-нибудь жесточайший тональ, чтобы как следует спрятать тату. К приходу Егора из садика уже все было готово. Я просто сегодня решил сходить помыться и хорошенечко потерся мочалкой. Смыл все татуировки. Пап, ты так не получаешь. Как было? Не надо было этого делать. Как это теперь сделать заново? Мам, это ты начинаешь. Как вы поняли, эта затея Егору вообще не зашла, и он отправил меня мыться. Теперь